Правительством на рассмотрение в Госдуму направлен законопроект о внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении биоресурсов. Он предусматривает изъятие 50% уже распределенных между предприятиями квот на вылов крабов и продажу их с аукционов. Сейчас им говорят: ребята, вот вы добывали условно 10 тонн, теперь вы будете добывать 5 тонн, а другую половину там кому-то отдадим. С 2005 года по настоящее время было внесено в федеральный закон о рыболовстве 72 поправки. И все они до этого момента направлялись на согласование, на рассмотрение в регионы. И только сейчас почему-то, какой-то исключительный случай, это не сделали. Практически все предприятия рыбопромышленной отрасли высказались категорически против нового закона, настаивая, что он приведет к разрушению преуспевающей отрасли и неминуемому банкротству предприятий. Будущее тумана, перспектив никаких. Как бы у всех жены, семьи, и народ уже переживает, не знает, что будет. Губернаторы направляли письма в Кремль с просьбами не допустить принятия законопроекта. Против выступил и РСПП. Но мнение всех их было проигнорировано.